В администрацию Каспийска поступила жалоба от жителей дома 35 по улице Ленина. Причиной тому послужила незаконная установка вытяжных труб. Жители нашего дома сегодня обнаружили нарушение с фасадной стороны, с внутренней стороны фасада и снаружи, где были повреждены несущие стены и монтированы на фасаде дома вытяжные устройства, трубы, вытяжки без разрешения, без соответствующих документов. Представители отдела муниципального контроля администрации города отреагировали незамедлительно и прибыли на место. В результате выезда ими был подтвержден факт незаконных действий предпринимателя коммерческого заведения. Мы, как отдел муниципального контроля, составили акт. Последующим будет направлен в управление правовое управление города Каспийска для подачи в суд и привлечения к ответственности данного арендатора, либо данного хозяина этого помещения.